Слава Господу! В 1870 году один очень богатый real estate бизнесмен потерял большинство своего владения в огне чикаговском. И в тот же год он потерял сына своего. Через какое-то время они решили с семьей поехать в путешествие, где-то отдохнуть. И из-за short notice его позвали к работе, на работу, а он своей жене и четырьмя дочерьмя сказал: «Выезжайте, я вас догоню». Пока они плыли, было кораблекрушение, и выжила только жена. И она ему в телеграмме написала: «Спаслась сама». Этот человек с разбитой душой плыл встретиться с женой. И капитан ему сказал: вот здесь, вот примерно где, он пробывал то же место, он сказал: вот здесь примерно где было это кораблекрушение, и здесь примерно где твои дочери умерли. И он, пока плыв, написал эту песню. Встанем наши ноги. Yeah.
Аллилуйя, слава Господу.